Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду готовить французское песочное печенье под названием «Сабле Бретон». Это печенье берет свое начало в Нормандии. Есть такое песочное тесто – «Сабле» и одноименный десерт, который мы сегодня будем готовить. Название говорит само за себя, потому что «Сабле» переводится как «песок». Поехали! Итак, для приготовления «Сабле Бретон» нам понадобится мука, сахар, сливочное масло, один желток и ванилин. Приступаем к приготовлению. В миску отправляем сливочное масло. Оно должно быть разогретым. Я вытащила масло из холодильника примерно за 20 минут до приготовления. Сюда же отправляем сахар. Начинаем миксовать. В массу отправляем желток и опять миксуем. К массе добавляем муку. И ванилин. Разминаем лопаточкой. Теперь замешаем наше тесто. Если ваше тесто не схватывается, то можно добавить еще немного масла. Тесто готово! Обертываем тесто пищевой пленкой. И отправим в холодильник на 20 минут. 20 минут прошло. Накроем тесто пергаментом. И слегка придавим тесто. Начинаем раскатывать. Тесто не должно быть слишком тонким. Иначе при формировании печеньки будут ломаться. Тесто раскатано. Теперь будем формировать наши печеньки. Я использую вот такую вырубку. Следующий этап. Обмажем наше печенье желтком.
и отправим в холодильник на 10 минут. 10 минут прошло, и я еще раз обмажу печенье желтком. Нанесем узор на печенье. Проводим вилкой сверху вниз и слева направо. Остальное печенье украшаем точно так же. Выпекаю печенье 15 минут при температуре 180 градусов. Друзья, печенье Сабле Бретон готово. Посмотрите, какими румяными и блестящими они получились. Давайте попробуем. Печенье песочное, рассыпчатое, в меру сладкое и очень-очень вкусное. Я думаю, что к чаю с друзьями Сабле Бретон самое оно. Вкусно и просто. В следующих видео. Пока-пока.